Что ж, друзья, отправляемся из Химок в Москву на троллейбусе 202 маршрутом. Троллейбус БКМ 321, переданный из Москвы. Эта машина раньше работала в Москве, в Мосгортрансе. Но, к сожалению, московский троллейбус стал историей столицы. И прилегающие, можно сказать, к Москве Химки молодцы, что взяли часть машин, несколько штук, и выпустили их на свои маршруты. В том числе и на междугородный маршрут 202 и 203, связывающие разные части Химок со станцией метро Планерная. Я успел прокатиться на самых разных моделях троллейбусов в Химках, но вот на БКМах пока что не довелось. И вот, наконец-таки, сегодня мы с вами проедемся. Зимний февральский вечер.